Отправляйтесь на поиски трагических обломков старой рыбацкой лодки. Рядом с корпусом есть три сундука сокровища, которые вам нужны, чтобы вы нашли. Кислород есть, если он вам нужен. Понял. Ребят, всем кукусики. Говорится, всем привет. Поиграем сегодня в Смерть в воде 2. Запустил я, получается, игрулю и прошел. И прошел обучение. Что конкретно нас здесь ждет, я без понятия. Ля, падла, живая. Ля, ты крыса. Слышь, а ты откиснуть не хочешь? Серьезно, до такой степени ты живучая? А чё ж у тебя болт в голове? Наконец-то. Ага, будешь знать, как кусаться. Падла. Ладно, идемте найдем лодку. Попробуем разобраться, что это за игрулька. Так, плывем. Но я так понимаю, этих сознаний можно не трогать, все, что тут плавают, да? Они нас не кусают. Я не знаю, если я в тебя выстрелю, твои собратья будут на меня нападать или нет. Привет. О! Ах ты, падла. Ах ты, падла. Ага. Я просто посмотреть хотел. Да, ну атмосферник, атмосферника. Разработчики молодцы. Так, ладно. Поплыли. Поплыли, поплыли. Так, что у нас тут-то? Что у нас тут-то? Во. А как использовать аптечку? Как использовать аптечку? Говорится, I don't know. Так, вот у нас есть кислородный баллон. Зажали, а вот лодка. Пошлите искать сундуки. Пошлите искать сундуки. Так, что у нас тут находится? Ах ты, крыса! Нажмите Я, чтобы использовать аптечку. Все, есть, хорошо. Я так понимаю, если бы я тебя до этого не трогал бы, да, твоих собратьев, ты бы меня тоже, наверное, не трогала. Но уже поздно. А куда ты? А куда ты? Все? Все, закончилось. Так, давайте спускаться и смотреть. Тихо. Тихо-тихо-тихонечко. Где у нас тут сундук с сокровищами? Вы нашли обломки Одиссея. Угу, хорошо. Так, похоже, что-то чудовищное. Ага, порвало его обшивку, и оно затянуло вокруг. Посмотрите, что тут можно найти. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Во, сокровища. Отлично, отлично. Мы с вами нашли сокровища. Один сундук из трех мы нашли. Ладно, плывем дальше. Плывем дальше. Кислорода, кислорода нам хватает. На пробел подниматься, мало ли кто-то будет играть в эту игру, хотя обучение вы все равно будете проходить. Плыви отсюда. Все равно обучение вы будете проходить, так что тут ничего сложного нету. Все, минус. Отлично. Давайте смотреть второй ящик. Ага, это не то, что нам надо. Ладно. Надо бы с вами в аптечку, наверное, какую-нибудь. Так, что это? Это ничего, это отражение солнца в воде. Блин, вроде игра,
Вроде гранат так трудно дышит, что мне самого дыхание... Кажется, дыхание перехватывает. Так, где нам нужно найти еще 3 сундука? Давайте, наверное, сплаваем, заберем баллон с кислородом и еще один. Потому что наш уже почти закончился. И вернемся на лодку. Ну, я так понимаю, весь смысл этой игры — это плавать, изучать подводный мир и находить разные ништяки. Отбиваясь от чудовищ и монстров. Наверное, сразу у нас не будут монстры на нас нападать. Я думаю, это будет в дальнейшем. Но слева написано, что мы с вами нубы. Ну да, согласен. Тут и не поспоришь. Так. Привет, акулка. Как твои дела? Нормально? Тебя залутать нельзя? Не, тебя залутать нельзя. Интересно, где еще сундуки находятся? Где находятся еще сундуки? Тихо. Это что такое? Это что такое? Это выпускайте кракена, правильно я понимаю? Алло. Бабайка, отстань, пожалуйста. Но это явно не акула была. Стой, 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 стой. Погоди, мне и страшно, и интересно, кто там плавает. Посмотрим. Или думаю, лучше не стоит. Так, множитель x2. Угу. А можно мне, пожалуйста, сундук? Потому что я уже минут 20 плаваю. Нам нужно найти с вами еще 2 сундука. Где они находятся, я без понятия. О, привет. А что ты лежишь, молчишь? Так, отлично, нашли 2 из 3. Ага. 2 из 3 есть. Где-то еще один должен быть. Мне кислород уже нужен, но что-то я очкую выплывать. Что-то я очкую выплывать. И музыка мне не нравится. Вы слышите эти звуки? Что-то реально здоровое здесь плавает. Так, давайте смотреть еще. Где у нас тут еще есть один ящик? Ах ты, падла. А отстань, пожалуйста. Все, 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 давай дружить, давай. Падла, давай дружить. Так, верните в зону погружения. А если не хочу? Мне, в принципе, и сокровища уже не нужны. По большому-то счету. Мне не нравятся эти звуки. Пожалуйста, дай мне найти 3-й сундук, и я уплыву отсюда. Все, я не буду больше вас тревожить.
Так, так, так. Мы нашли с вами сундучок здесь, да, где-то, по-моему? Значит, по логике он где-то должен еще быть здесь, один рядом. Только где? Так, ребят, сори, что туплю, но первый раз играю в эту игру, так что... Я пока без понятия, где кто и что находится. Как же меня напрягают эти звуки. Так, может где-то тут она находится? Давайте посмотрим. Самое интересное, нету ни компаса, ни... Это что такое? Это что такое? Так, ребят, погоди, 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 погоди. Ты прекращай вот это вот делать. Ты прекращай. Так, погружение, результаты. Ага, общий счет. Следующее погружение. Мы победили, Лиша? Или нет? Золото 400. Следующее погружение. Океан — это место бесконечного ужаса, куда боятся ступить даже самые смелые моряки, потому что они знают, что под волнами скрывается мир чудовищ. Ага. Ну, давай. Так, используйте это погружение, чтобы ознакомиться с областью за пределами пещер под рифа. Старайтесь не заходить слишком глубоко в пещеры. Можем заблудиться. Мы оставили много боеприпасов рядом с кислородной зоной. Поэтому, если у вас возникнут проблемы, вы сможете с легкостью залутаться. Хорошо. Так. Где наша кислородная зона? Где наша кислородная зона? Она, по идее, должна отмечаться. Но, по идее, должна отмечаться. Только я так и не понял, почему я прошел первую миссию, если я не нашел все три сундука. Так, акулы, все, отстаньте, пожалуйста. Крыша акул, отстаньте, пожалуйста. Давайте попробуем найти кислородную зону. Так, кто в курсе, как включить тут мини-карту? Либо хоть что-то, чтобы мне могло помочь. Ага, вот вижу кислородную зону, вот она. Отлично, поплыли. Блин, пещера, интересно. Интересно, интересно, интересно. Так, нам нужно разведать, что тут. Ага, а вот это вот уже неинтересно. Это уже не прикольно. По-любому кракен, вот по-любому. Что, черт возьми, могло создать эти три? Ага. Кажется, на изображающем существе, приносящее человеческую жертву Левиафану. А, здесь еще существа Левиафану жертву приносят. Прикольно, а почему они не могли озвучить эти диалоги? Неужели так сложно было озвучить? Честно, не люблю читать в таких играх. Да, в принципе, не люблю читать, да. Потому что теряется сразу вся напряженная обстановка. Так как я стараюсь погружаться полностью в игру, а вот это вот забиваться и начинать читать, ну такое себе.
Так, давайте залутаемся, возьмем аптечку, возьмем кислород. Попробуем поплавать еще в пещерах, посмотреть. Так. Слышь, это не сильно далеко, не? Так, привет. Привет, как оно? Это и все? Это чисто у нас болты появились, да? У нас появились только болты. Хорошо. Так, аптечка, аптечка, аптечка. Интересно, если я выстрелю, она взорвется? Или нет? А давайте подплывем, посмотрим. Не, не взрывается. Ладно. Я думаю, это не самая лучшая идея так делать. Особенно в реальной жизни, так что... Прошу, не повторяйте за мной. Что это такое? Не-н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 е. Так, ребят, мы, как говорится, профессионалы, за нами прошу не повторять. Так, поплыли. А куда поплыли? Куда мы плывем? Куда-то в пещеры. Так, что ты задумал, слышь? Скажи, пожалуйста, вот что ты задумал? Ага, кусь хотел сделать, да? Падла. Хотел кусь оно сделать. Так, ты кто? О! Монетку дали. Так, не знаю, ребятки, не знаю, как насчет по поводу этой игры. В принципе, мы играем с вами недолго. О. Людишки до нас тоже тут исследовали, я смотрю. Ля ты крыса. Ага, шо, валишь, да? Падла. Слышь, а вас не сильно много здесь? А вас не сильно ли тут много, ребятки? Да-да-да, неприятно. Мне тоже было неприятно. Мне тоже было неприятно. Ну все, 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 куда ты? Чисто ЛТшка догоняет ПТшку, понимаешь? Когда та пытается убежать. Все, наконец-то. Так что, по поводу игры, не знаю. Вроде бы прикольная, но я думаю, не для записи, да? Или интересно посмотреть, какие тут чудовища еще находятся. А где мне найти мой кислородный баллон? Я таки извиняюсь. Я таки извиняюсь, а где найти мне мой кислородный баллон? И кто тут плавает? Ладно, уже покажись. Давай, Кракен, покажись. Блин, а у нас все печально. Мы с вами сейчас задохнемся. Я вижу, что показывает. Куда нам надо плыть? Отстань, отстань, пожалуйста. Все, все, меня здесь нету. А, вот баллон. Хорошо, отлично. Давайте заправляемся и уплываем. Заправились и уплыли.
Ну все, ну отстаньте, пожалуйста. Я ухожу. Все. Говорю, я ухожу, отстань от меня. Блин, нам надо что-то искать. Что искать? Я так и без понятия, что нам нужно искать. Кроме приключений на свою пятую точку, я так и не понял, что нужно найти. Все, все, это уже паника начинается. Это уже начинается паника. Это уже паническая атака, когда начинаю стрелять в разные стороны. Так, все, успокоились. Это всего лишь игра, это всего лишь игра. Как кракена не существует. Поплыли. Поплыли, поплыли. Только кудой. Чуть мне кажется, что эта серия закончится на том, что мы с вами заблудимся. У меня закончится кислород. Ну, либо нас сожрет кракен. А можно просто всплыть, не? Верните в зону погружения. Да не хочу, вот, смотри, ну рядышком. Спасение так близко, ребят. Ну и ладно. Крыса, ладно, 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 поплыли. Не люблю такие игры, где нету подсказок, что нужно делать. Понимаешь, нам нужно исследовать пещеры. Надо, нужно посмотреть, все исследовать. Но какие именно и что конкретно нам нужно сделать? Это что конкретно нам нужно сделать? Так, а можно мне кислородный баллон, если вам не сложно? О, еще ящик. Бонжур. Угу, боеприпасы. Такое чувство, что я сейчас буду от толпы зомби отстреливаться. Отстань, пожалуйста. Так, тут мы с вами вроде не были. Угу. Ты уверена, что ты хочешь это сделать? А? Арю, ты уверена, что ты хочешь это сделать? Все, 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 я пошу. Ну, я пошу. Дел. Падла. Все, 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 дядя шутит. Дядя шутит, отстань, отстань, пожалуйста. Так, ребят, я не знаю, ну... Вроде мне игра поначалу показалась прикольной, а сейчас я понимаю, что... Предупреждение, низкий уровень кислорода. То я понял. Что, в принципе, я думаю... Можно будет, как говорится, на этом и закончить. Может, я чего-то, конечно, не понимаю, и кто-то получает кайф от таких игр, но я нет. Ты просто плаваешь и ничего не делаешь. На тебя иногда нападает акула. Я понимаю, что в дальнейшем будут какие-то монстры, будут кракены.
И это хоррор. Не знаю, ну мне что-то не нравится. А как вам? Ну вот, сколько я? Сейчас, секунду, сейчас я посмотрю, сколько я уже плаваю. Ровно 25 минут я плаваю, и ничего не происходит. Бонжур. Блин, бедные акулы. Я уже, наверное, штук 20 перебил, да? Ага, ага. Погоди, а чего ты откисла, если я ж попал в плавник же? Ладно, откисла так откисла. Что нам нужно тут делать? Мы, конечно, можем перезапустить сейчас эту миссию и поплавать в пещерах, но мне что-то не хочется. Ну, атмосферно. Тут я не спорю, атмосферно. Игра прикольно сделана. И то, по-моему, эту игру делали два человека всего, если я не ошибаюсь. Так, это что такое? Угу, ящик, наверное, с болтами, да? Да, ящик с болтами, отлично. Отстань. Ну, отстань, ну все, все, все. Слышь, дайверы, оно, если в реальной жизни так в акулу выстрелить, монетка выпадет или нет? Какая стрёмная здесь музыка. Так, погружение 2 завершено. Угу, вообще счет, что-то да. Ладно. Ладно. Океан живой, разумное существо, которое питается страхом и страданием тех, кто смелится погрузиться в его глубины. Угу. Дальше что? Наш сканер обнаружил что-то массивное, скрывающее возле обломков старого самолета. И что ты предлагаешь? Вероятно, это просто кит, но все же стоит исследовать, чтобы быть уверенным. Ну, кому надо, пусть и плывет. Ребят, кому надо, и плывите, правильно? Не, ну не надо. По-любому кракен, вот стопудово. Сейчас нас тут и сожрут. Так, а самолет мы с вами, наверное, будем сейчас искать, наверное, опять, да? Не, 5-6. Так, бонжур. Ля-ля. Кусь делает. Бон аппетит. Понял, теперь как отвлечь акулу. Просто нужно рыбку какую-то сбрить. Так, рыбка, бонжур. Пусть питается акула, а мы посмотрим, что тут находится. Угу, опять болты. Хорошо. Хорошо. Так, предлагаю, пока мисс акулы питаются, заплыть в самолет. И посмотреть, что тут находится. Адвента. А? Так, рейс 412 разбился несколько лет назад при странных обстоятельствах. Пилот необъяснимым причинам потерял управление, сообщив, что-то пытается атаковать. Ага, только 3 тела были найдены.
После того, через несколько дней их выбросил на берег. С них сняли кожу. Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Спасибо за эту информацию. Спасибо. Вовремя, как говорится. Вовремя, вовремя. И вообще не стрёмно, ни капельки. Крица, ни капельки не стрёмная. Так, вы на меня опять, да, нападать будете? Правильно, я так понимаю? Во, пока кушайте акулку. А нам нужно найти... Что нам нужно найти? Что-то массивное, да, что тут плавало? Так. Предлагаю здесь остаться. Воздух есть, аптечки есть, болты есть. Крыца, предлагаю нам здесь и остаться. Так, погоди, мне показывают ящичек какой-то. Ага, отлично. И тут ящик показывает, и тут ящик показывает. Это, походу, тот, что я уже залутал, или нет? Или что? Это, наверное, походу, тот, который... А, нет, нет, смотрите. Ящик с сокровищами. Серьезно, золото всплывает, да, у вас? Ну ладно, допустим. Так, а где я еще ящик видел? Вот и. Так, становится интересненько, интересненько. Что там по поводу кислорода? Мало у нас, да, кислорода? Блин, нам бы заправиться, наверное. Ладно, давайте заправимся и сгоняем, посмотрим, что там за ящик у нас находится. Так, где наш кислородный баллон? Походи. Ага, вот иди. Мы чуть дальше не уплыли, чем нужно. Так, бонжур. Так, акулки, бон аппетит, а я поплыл. Все, да-да, бон аппетит. Так, звук откуда-то отсюда отходит, да? Ага, где сокровища? Так понимаю, при приближении к сокровищам мы будем слышать эту музыку, да? Ну и где они? Где ящик? Ну вот, слышите звук? Ага, вот оно. Вот оно, что, Михалыч. Я так извиняюсь, а куда золото всплывает? Что это такое? Все, понял. Если хочешь, могу положить обратно. Я ж не против. Что это такое? Что это так плавает? Алло. Алло, ты прекращай. А, говорю, прекращай, ребят. Не на того нарвались, ты чё? Нет. Ах ты, падла. Ля, с ума сошли акулы, понимаешь? Всё, хватит, ребят. Выдыхайте. Крыса, выдыхай, бобёр. Давай, по одному.
Блин, еще один ящик вижу. Сундук с сокровищами. Ну что, сплаваем? Так, только мне нужен воздух. Воздух, воздух, воздух. Нужен баллон с кислородом. А он не заспамился, да? Да. Ладно, давайте пробуем так, так просто доплыть. Блин, вообще не нравится эта нагнетающая музыка. После нее наступает какой-то трындец. Так, а ты не хочешь скушать рыбки? Все, ребят, бон аппетит. Так, предлагает сюда выбираться, предлагает сюда выбираться. Только как это сделать? Только как это? Да твою ж. Все, минус один. Так, предлагать. Так, а можно мне кислородный баллон, пожалуйста? Не хотелось бы откиснуть со всем этим золотом. Так, насколько я понял, чтобы закончить миссию, нужно убить много акулок, да? Тогда мы получаем очки и заканчиваем. Так, сейчас, секундочку. Так, ё-моё, я хотел посмотреть, сколько мы уже плаваем. Мы уже 37 минут плаваем. Я думаю, можно, наверное, и закончить уже наше плавание. Давайте сейчас закончим миссию, и на этом видосик, думаю, можно и прекращать. В принципе, да, игрулька прикольная, но явно не для стримов, записей и так далее. Чисто для себя поплавать пару часиков, да, можно, но не более. Но это чисто мое мнение, не знаю. Я хотел бы, конечно, и ваше мнение послушать, но вы что-то как-то не особо желаете писать в комментариях. Да? Я акула туруруру. Так, а как закончить мне миссию, скажи, пожалуйста. Так, стой. Все, отлично. Ну, личный рекорд есть. Так. Да, погружение на турбе 3 завершено. Так, ладно, ребят, наверное, на этом мы закончим. Не знаю, буду ли я дальше проходить. Наверное, все-таки нет. Так что всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Всем пока-пока.